Алоха, криптовалютчики, снова рад приветствовать вас на своем канале. Мы продолжаем с вами разговор про BitStash. И сегодня я хочу рассказать вам про токен Stash, запущенный данным стартапом. Напомню, это платформа электронной коммерции. Уже сегодня вы можете приобрести товары за биткоин, этериум или за токен Stash. Все, начиная от телевизионного пульта, заканчивая сейфом, цепочкой, кепкой. В общем, на ваш вкус. Давайте с вами откроем white paper и будем разбираться. Stash токен стандарта ERC-20 платформы Ethereum. Он может использоваться на платформе для совершения транзакций, обмена, оплаты комиссий, покупки рекламы и многого-многого другого. Это многофункциональный токен, который дает много преимуществ своим держателям. Давайте про токен Stash, значит. Я вам расскажу про стадии ICO, информация исключительно ознакомительная. Вы, если являетесь инвесторами, уже сами решите, что, как, зачем и почему. Значит, Stash токен, как был распределен на краудсейл, выделено 66%, в команде 15%, адвайзерам и баунти. Адвайзеры — это советники, напоминаю, баунти программы 5%, и резервный фонд еще 14%. Имя токена BitStash, его символ Stash. Как мы видим, 36 миллиардов токенов всего будет выпущено. Протокол ERC-20 платформы Ethereum, как я уже говорил. Значит, краудсейл у нас был в июле 2018 года, при ICO еще раньше. За 1 Ethereum можно было купить 600 тысяч токенов Stash. Ну что ж, никаких бонусных уровней не было и так далее. Можно найти контракт, вот, собственно, смарт-контракт, по которому токен Stash можно обнаружить. Друзья, я вам рекомендую почитать всю информацию и еще раз залезть на сайт, посмотреть, какие товары можно приобрести. Ну, давайте с вами буквально в двух словах пробежимся. Да, вот, ребята, вы можете приобрести, во-первых, подписаться на новости BitStash, а во-вторых, например, приобрести Lamborghini Aventador S Roadster за биткоины, Этериумы или Stash. Ну, бесконечно, похоже, будет выскакивать, если я не откажусь. Как видим, рабочая совершенно платформа. Вы можете добавить товар в корзину. Добавляется он, правда, почему-то у меня сейчас не быстро. Вот он в корзине. Не показывает больше это сообщение. Да, вот мы видим, что в корзине у нас действительно лежит Lamborghini Aventador, который стоит 507 тысяч долларов. Да, причем, друзья, вы можете купить Lamborghini Aventador, а можете зайти в раздел Clothing and Accessories и купить вот такой вот кипарик за 10 долларов. Собственно говоря. Что ж, друзья, я на этом с вами прощаюсь. Следите за BitStash. В следующем видео расскажу вам про дорожную карту, про команду данного проекта. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.